Сегодня я покажу тебе 10 кодов, которые повернут тебя в шок. Итак, ребята, я в Брукхейвен, и у меня есть 10 кодов, которые супер необычных вещей, которые можно приобрести абсолютно бесплатно, а не покупать за 100 миллионов робоксов в самом Роблоксе. Я в Брукхейвен, и у меня есть первый код, который, ребята, вы уже должны готовы быть записать. Записываем первый код 5768 7384 55, ребят. Давайте посмотрим, что же это. Что же это такое? Это jetpack. Абсолютно не знаю, как эта штука называется по-русски. Знаю только, как она называется по-английски, jetpack. А по-русски у меня абсолютно нет никаких идей. Что же это такое? Короче, вообще, по логике вещей, с этой штукой можно летать, потому что, вот, типа, если складывать вот сюда руки, это типа джойстиков, да, как раз как вы можете управлять, и эта штука должна отсюда выпускать огонь и помогать тебе лететь. Что-то типа, знаете, как... я не знаю, ракет, я реально не знаю, как по-русски эта штука называется, ребят. Не знаю, можете посмотреть в переводчике, можете, короче, просто посмотреть в переводчике и написать мне в комментариях, да, как называется эта штука, потому что по-русски у меня как-то не доходит до этого руки, чтобы узнать, как это называется. Как бы это же как аксессуар, поэтому эта штука, к сожалению, нифига не летает. Ну, а я готова показать следующую вещицу, поэтому записывайте следующий код. Итак, следующий код простой, 6096-97-50-47. Давайте посмотрим, что это. Это еще один jetpack. Да, просто он уже другой. Да, я решила показать несколько таких вариантов jetpack'а. Да, конечно, будут еще и другие прикольные аксессуары, которые мы сможем получить бесплатно. Конкретно вот этот jetpack, если я не ошибаюсь, стоит вроде бы как примерно 100 робоксов. Недешево. Зачем нам это, когда это можно просто получить бесплатно, зная вот такой код? Этот jetpack выглядит вот так вот. Предлагаю сейчас проследовать в какое-то вообще светлое такое помещение, чтобы посмотреть, разглядеть его получше. А здесь оно выглядит вот так, достаточно интересно. А вот, вот такое, вот у нас вот такая конструкция, немножко другая, но выглядит тоже прикольно. Но я готов вам показать уже следующий код, ребята. Но для начала я переоденусь, переобуюсь. Все, и теперь я могу показать вам следующий код. И следующий код достаточно длинный. 12-12-38-23-95-8. Давайте посмотрим, что же это. И это еще один jetpack, и он, обещаю, последний. Дальше уже будут абсолютно другие аксессуары. Но мне захотелось его показать, потому что, ребята, посмотрите, какой он. Во-первых, огромный. Он в два раза больше, чем два его предыдущих. Плюс он вообще такой другой. Тут, короче, смотрите, у него вот какая-то вот штука есть. Плюс он реально круто крепится. Он не как одевается на тебя, а как будто к тебе как-то пристегивается двумя вот такими штуками. И у него вот тут как будто, типа, для огня как раз. Короче, выглядит это приспособление реально очень масштабно. Ребят, напишите, как вам. Ну, а я уже показываю следующую вещицу. И это не jetpack. Ну что, давайте посмотрим, что же это за следующая штука. Код 5766-29-41-50. Погнали, что же это такое? А, я вас обманула. Это еще один jetpack, ребята. Да, все, это точно последний jetpack. Но он прикольный, потому что, смотрите, у него есть такая иллюзия. Иллюзия, как будто это дым как раз-таки от огня, да, такое как будто облачко. И чем он мне понравился, его прикольно сделали, такой мультяшный. Но его прикольно сделали тем, что к нему присоединили еще, видите, вот такие вот капельки от дыма. И они смотрятся настолько прикольно и реалистично. Я не знаю, мне реально нравится. Jetpack реально прикольный. Итого 4 jetpack'а я вам показала, ребята, 4. Но это уже точно все, и я готова показать следующие, следующие аксессуары. Это будет не jetpack, клянусь. 12-16-55-38-784. Давайте посмотрим, что же это. И это вот такая вот тележка со сладостями. Да, ребята, прямо как в Гарри Поттере, когда они ехали в поезде, и там баба орала постоянно: тележка со сладостями. Я сейчас стану на секунду вот этой женщиной из поезда. И здесь у нас очень прикольная вот такая вот тележка со сладостями. Она очень мило выглядит. Здесь вот такие шоколадки, вот такой вот с кристаллы из сахара, что-то красное, не знаю, какие-то конфеты и звездочки. Здесь шоколад, здесь, возможно, карамель, я не знаю. И вот такие конфеты. Слушайте, это выглядит достаточно прикольно. И вообще очень интересный аксессуар такой, знаете, который можно использовать абсолютно бесплатно. Сколько стоит
клянусь, не помню. Даже вроде не посмотрела. Тоже думаю, в размере где-то может быть 100 робоксов. Но реально очень такая неплохая штука. А я готова показать следующий код. И следующий код это 86 47 62 23 62. Погнали, что же это? И это вот такой автомобиль, ребята. Посмотрите, это реально прикольно, блин. Эта штука, тоже не помню абсолютно сколько стоит. Может быть робоксов 80, может быть 100. Но я вам в принципе уже показала вещей на больше чем 500 робоксов. И вы все эти вещи можете получить бесплатно в Brookhaven просто благодаря коду. И использовать, например, вот такую вот розовую милую машинку. Она достаточно реально прикольная. Ну а я готова показать следующий код. Следующий код это 4585-144-193. Погнали, что же это? Что же это такое? И это еще лучше. Это вот такая вот спорт-машина. Если нам, например, поменьше. Эта машина, кстати, становится поменьше вместе с нами, что достаточно плохо. Было бы прикольно, если бы она не становилась меньше. Но, смотрите, то есть, если, например, короче, ты выглядишь, как будто ты в машине, особенно если смотреть вот так вот сверху. Да, понятное дело, что почему-то эта машина одета настолько высоко, но это прикольная машина. Если вы ее на себя наденете, люди будут удивляться, такие, ого, вы типа где это сделали? С этой тачкой еще можно прикольно багаться. Короче, это реально прикольная штука, ребят. Напишите в комментариях, что думаете об этом. Ну, а я готова показать последние 3 крутых кода. Ну, а я готова показать следующий код. 64 41 09 17 30. Давайте посмотрим, что же это такое. И это вот такой череп. Прикольно, если убрать волосы. Посмотрите, можно быть просто бегать вот в таком черепе, офигеть. Этот череп стоит 75 робоксов, ребята. 75 это дофига. Короче, ну, а вы можете использовать это бесплатно здесь в Brookhaven. И у вас будет вот такой вот офигеть череп. Он реально стрёмный. Прикиньте, короче, где-то спрятаться, я не знаю, в темноте и использовать этот череп. Короче, выглядит реально криповенько немножечко. Напишите в комментариях, как вам. Ну, а я показываю вам предпоследний код. Ну и давайте посмотрим, что же это за предпоследний код. 79095130-74. Мы это получили, ребята. Это вот такой вот гроб с зубами. Офигеть. Вы типа берете вот такой гроб. Он надевается на вас. Стоит, короче, тоже это где-то порядка от 50 робоксов выше. Не помню конкретно сколько. Но выглядит достаточно интересно. Тут такие зубы. И последний код это 58 49 49 20 30. Погнали, что же это? Это тоже гроб, только он такой девчачий, милый, девочки. Кому нравится такой гроб, напишите в комментариях, да, потому что, наверное, первый гроб был так больше для парней. Этот гроб как раз для девчонок, так выглядит тоже криповенько, знаете ли. Конечно, он багается жестко, вот эти волосы, но если у вас другая прическа, то почему нет? Короче, гроб такой девчачий, знаете, с сердечком в розовом цвете. Вот такие тут милые косточки лежат. Считаю, короче, это реально очень интересные аксессуары, которые можно абсолютно бесплатно использовать в Brookhaven. Ребят, напишите, какой код вам понравился больше всего.